Хорошо. Я высажу тебя здесь и отвезу в Эллопагау, главная лаборатория Пиер. Я отметил нужные цели на твоем компасе. Будешь знать, куда двигаться. Кстати. Так это был ты, ублюдок! Я найду тебя и вырву тебе горло! Я знаю, где ты! И я уже иду за тобой! Джек, переключись на новую частоту! Дойл, похоже, тебя раскрыли. Твой друг как будто сильно расстроился. Черт, он знает, где я. И может отследить нас по моему датчику. Нам надо торопиться. Найду тебя! Окей, я нашел... Отлично.
Эх, сейчас бы пальнуть во что-нибудь. Произошло.
Готово. Куда теперь, шеф? Погоди секунду. Вот она, к северу-западу от тебя.
там? Люблю запах запала поутру. Где следующее? Ты приколист, Карвер. Я помираю со смеха. Последняя антенна находится к северо-востоку от тебя. Вышевеливайте, они высылают подкрепление. Бога!
странно. Мне показалось, я что-то слышал. Вот и все. Ну что, мы закончили? Погоди-ка минутку. Сигнал все равно не проходит. Пробу установил где-то запасную антенну. Погоди, надо рассчитать. Вот она, запад от тебя. Они установили мобильную антенну на корабль. Корабль хорошо охраняется, но я смогу с этим справиться. Как окажешься на борту, размести взрывчатку на топливном бочке, должно сработать. Двадцать пять секунд. Мне надо уносить ноги. Может, на носу корабля меня не достать? Все, сигнал проходит. Все, я закончил. Пора сваливать. Не волнуйся, я с ним разберусь. Ты за это заплатишь, карма! Твое маленькое путешествие подошло к концу!
ты круче, чем кажешься! Он выпрыгнул, плывет Пагао. Чего ты ждешь? Вали его! Сначала подберу тебя. Кроу пойдет на корм акулам. Извини, Джек, но мне нужна важная информация из плана моего коллеги доктора Андерсона. Хорошая новость, я знаю, где он погиб. Я проведу тебя в зону, где он пропал, и помогу найти этот палм при помощи отслеживающей системы. Затем должен закачать его содержимое туда, куда я скажу. Я дам точные инструкции, как только достанешь палм.